Еще одна общественная организация «Семья Муравленко» совместно с жителями города оказала помощь многодетным и малообеспеченным. Для семей, находящихся в сложном материальном положении, собрали художественную литературу, одежду и обувь. Активные муравленковцы на протяжении нескольких месяцев оставляли предметы первой необходимости в специальных контейнерах, которые установлены в здании суперрынка. В итоге было собрано более тонны одежды. Мы этот проект также и продолжим, нашу Муравленко территорию доброты. Я думаю, также будем собирать. Нам вот хорошо, что бизнес-инкубатор предоставил вот подвальное помещение, очень сухое, хорошее. Мы там собираем эти вещи, то есть освобождаем контейнер, собираем эти вещи. Потом по мере уже накопления мы будем точно так же организовывать. Наверное, в этот раз мы вот подумали, наверное, будет по сезонам. Проводить акцию планируется один раз в квартал. Переданная одежда, обувь и игрушки должны быть в хорошем состоянии.